Добрый день. Рада всех приветствовать в Киеве на выставке «Агро-2020». Очень рада видеть всех наших постоянных заказчиков, наших покупателей, ну, конечно же, много новых клиентов, с которыми мы договаривались, которые с удовольствием приехали на выставку «Агро-2020». Весна, начало лета показала большую потребность в оборудовании по переработке зерна в крупу и в муку. Поэтому на этой выставке мы решили сделать акцент именно в этом направлении. Мы решили привести на выставку крупоцех универсальный Optimatic K15 и продемонстрировать его в работе. Это агрегатный крупоцех, который поставляется собственной металлоконструкцией с лестницей и площадкой для обслуживания. Полностью он автоматизирован со своим пневмотранспортом, аспирацией, то есть полностью готовое решение. Процесс сборки, запуска, обучения персонала на предприятии занимает 3 дня. То есть через 3 дня после отгрузки покупатель уже может получать готовую продукцию и окупать вложенные средства. Он компактный, вот видите, он занимает всего 3 на 3 метра, высотой 5,5 метров. Установленная мощность цеха всего 30 кВт, обслуживает его один человек. И на этом небольшом производстве вы сможете перерабатывать 6 культур. Пшеницу, ячмень, горох, кукурузу, просо, чечевицу в крупы. Получать более 10 наименований круп. Также мы входим в программу компенсации отечественной техники. При приобретении вы сможете сэкономить 25% от стоимости, то есть государство вам возместит. Изделие интересно как для небольших хозяйств, так и для больших холдингов. Линейка нашего оборудования, на самом деле, огромная. Мы производим около 200 наименований оборудования. Также мы привезли на выставку зерноочистительное оборудование. Привезли зерновой сепаратор барабанного типа, луч ЗСО 150. Также привезли плоскорешетную машину ПСО 50. Ну и, конечно, нельзя обойтись без лабораторного оборудования. Мы производим 20 лабораторных изделий. Тоже можно посмотреть на качество, на эффективность нашего оборудования. Все представлено на выставке. Были рады всех видеть, все действительно соскучились по выставкам. Все в хорошем настроении, несмотря на сложности, все уверены, что все будет хорошо, агросектор будет развиваться. Кто не успел приехать в Киев на выставку и посмотреть наше оборудование, с удовольствием вас ждем в Одессе. Приезжайте к нам на предприятие, с удовольствием покажем, что мы делаем. Расскажем о наших новинках, продемонстрируем их в работе. У нас новый завод, новое производство. Всем успехов, все будет хорошо.